Дмитрий Ковалев одной рукой через всю площадку. Одной рукой, это, да. Это было сильно, это было филигранно. Надо не бросать, да, мяч, а да, именно играть. Но я вам скажу, что вот это исполнить очень сложно. Но не в Кобяшова. Кобяшов пока справляется идеально. А Ковалев показывает, что одной рукой он пасует вообще ничуть не хуже, чем двумя. А то и лучше.